общем, привет, ребят, привет, мои хорошие. Сегодня выходной день, и как бы пришла пора поменять колеса. Ну, как вы видели, мы их помыли. Иначе как бы едем до дяди Леши, и он такой паренек. Говорит, был бы кто другой, послал бы тебя туда. Ну, так как ты пойдет. Просто оно с колес сыпется, грязь. Поэтому решили, чтобы не создавать прецедентов, не быть посланным туда. Помыли колеса, и сейчас едем менять колеса. Вот. Блин, ребят, помыл же колеса, чтобы дать дяде Лёше ехать. Выехал, развернулся, дабы прицепить прицеп и загрузить, ну, другие колеса. Сейчас покажу. Вот результат мытья моих колес. Просто развернулся. Вот где это видно, где это слыхано. Сейчас опять мою, попробую выехать, ну, более аккуратно, что ли, когда уже с колесами, чтобы дядю Лёшу не обидеть. В принципе, грязи нет. Ну, как бы сейчас я покажу, где я разворачивался. То есть в основном нет. Но вот именно то место, где надо было развернуться, и есть скопление грязи. Сейчас покажу. То есть тут происходил разворот, ребят. Ну а тут, по идее, можно выскочить аккуратненько и дальше сухо. То есть, надеюсь, все получится, дядя Леша будет как не в сильной обиде. Вот. Ну что, ребят, новые колеса погружены. Сейчас чай, кофе, посидим перед дорожкой. Поприличнее оденемся чуть-чуть и едем. Глядите, как ваш у нас факью может показывать. Вот это когда движение на локоток, руку. Ребят, еду сам. Колеса менять. Иришка осталась нежиться на шелковых простынях, выходной как-никак. Сказала, и дуйте сами, но я ее издую как. Типа того. Ну, в принципе, там ничего сложного. Просто думаю, может, она там подснимет чудо-кадры какие-то, пока я буду носить. Не носить пойдет. Снимем, что получится. Приехали до дяди Леши. Сейчас посмотрим, что он скажет. Ну, обещал. Вроде звонил ему заранее. Ребята, кофе еще пьют. Сейчас попьют и как раз будут прицеплять мне колеса. Я прицеп оцеплю, занесу туда колеса. Ну, свои дела житейские поделаю. Показать же теперь. Коробочки. О, в этот раз, да. Четенько все. Не халам-балам. Дядя Леша сделал. Как надо, не в тряпочке. Как все чётенько, со смаслом. Сколько ей? Это ж как ты купил машину. Не-не-не, да? Менял уже раз. А, ты менял? Да-да-да. Сервис. Что-то она прошла. Испугалась. Что, вывалила что? Ну, не знаю. Ты. На всякий случай. Да, я понял. Ребят, ну прелесть просто. То есть, чем самому эти гайки крутить, дядя Леша опять снег все сделал. Сложил, положил. Как сервис высший пилотаж. Обошлось это все, ну, в копейки, не будем говорить, это ж там братские расценки. Нормально, нормально, доволен. Миссия выполнена, давно надо было бы, наверное. Едем домой, ребят. Погода какая супер, ребят. Петь, жить,
творить хочется. Ну, в принципе, чем и займемся. Выходной, погодка хорошая. Надо сделать много вкусного. Сделаем. Ой, блин, что-то пасмурно у нас. С утра еще, ребят, керхер не убирал, как колеса мыл. Сейчас вот думаю машину загнать, хотя бы снаружи чуть сбрызнуть водичкой под давлением. Почему-то, когда приобретал керхер, думал, такая штуковина, что нажал кнопку, бжинь, всю грязь смыло, хер там. Это надо еще потереть толку от этого керхера. Тогда-то деньги заплатил, но была возможность толку, если все равно тереть. А также из ведра губкой помою. Если все равно также губкой надо с ведра тереть, а потом просто керхером смыть, не знаю. Или таланта нету. Ну, сейчас чуть-чуть обмоем. Весна как-никак. Надо облагораживаться, учищаться, делаться чище, красивей. Попробуем. Ну, вроде так, ребят, машина стала и повеселее. Хотя ее можно показать, конечно, совсем в другом виде. Ну, например. Картинка становится совсем другая. Конечно, надо ее продавать проклятую, но добавлять, чтобы купить другую, нечем. Поэтому, ой, как бы не до самой смерти пришлось ездить. Ну, посмотрим. Что-то доделаем, что-то подкрасим, что-то улучшим. Где-то проволочкой, где-то изолентой. Чуть-чуть пока еще покатаемся. Ребят, на этом наше маленькое видео будет заканчиваться, закончено. Всем пока. Счастья, здоровья, успехов. Всего только самого наилучшего в этой жизни. Ух. Ну, не знаю, ну что хотите, пусть то и сбудется. То есть, сбывание всех мечт. Как-то так. Ладно, ребят, всем пока. До встречи.